Обладатель этого имени достаточно трудолюбивый. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Максимально счастливыми цветами для владельцев этого имени является белый цвет, все оттенки светло-серого. У людей с этим именем нет явных противоречий с другими людьми, так что невозможно точно указать даты, когда им следует быть осторожнее. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Обладателей этого имени нелегко связать с супружескими узами или долгое время удерживать возле себя, поскольку это неизбежно ограничивает их стремление к свободе и независимости. Человеку с буквой К по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Звук В указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.